Итак, второй тайм матча между «Спартаком» и «Глентораном» из Северной Ирландии. Напомню, матч Кубка Европейских чемпионов. 0-0 после первого тайма, который не принес радости нам, поклонникам советского, прежде всего, футбола, поскольку спартаковцы неубедительно выглядели в первом тайме. Счет мог быть и иным, мог быть, предположим, твердо 1-1. Это был момент около ворот североирландцев, когда Кужлев прострелил вдоль ворот и чуть-чуть мостовой не дотянулся до мяча. Но это была единственная угроза, которую создали спартаковцы воротам своих гостей. А вот что касается североирландцев, то они, пожалуй, даже ближе были к успеху, когда Маккартни вышел 1-1 с Досаевым, уже пробил мимо вратаря, и если бы не расторопность Бубнова, который почти из пустых ворот выбил мяч, то «Спартаку» пришлось бы начинать с центра поля. Ну, я напомню о составе, в каких играют сегодня команды. Гости: вратарь Ален Паттерсон, второй номер Нейл, третий Кеннеди, четвертый Дивайн, пятый Мур, шестой капитан команды Клири, седьмой Тоттен, восьмой Кески, девятый номер Маккартни, десятый Менли и одиннадцатый номер Моррисон. У «Спартаков», я смотрю, произведена одна замена. Вышел на поле Андрей Иванов. Играет он под 13-м номером. Вот кого он заменил, пока затрудняюсь сказать. По-моему, отсутствует на поле у «Спартака» Виктор Пасулько. Итак, состав «Спартаковцев»: вратарь Досаев, второй номер Суров, третий Поваляев, четвертый Шалимов, пятый Бубнов, шестой Мостовой, седьмой Кузнецов. Как я уже сказал, вместо Пасулько играет Иванов. Девятый Кужлев, десятый Черенков и одиннадцатый Родионов. И напомню судейскую бригаду. Исхан Тюре главный арбитр, помогает ему Сефер Алтунташ и Эргюдар Илмаз. Вся бригада из Турции. Ну, может быть, изменения какие-то произойдут в игре, прежде всего, у спартаковцев во втором тайме. Потому что вот обменялись мнениями мы в перерыве. Здесь несколько журналистов еще находилось в комментаторской кабине об игре соперника. Ну, надо сказать, что клуб особого впечатления в первом тайме не произвел. Средняя команда. Ну, не случайно, что на европейской арене она, в общем-то, хотя и выступает постоянно в европейских кубках, успехов особенных не имеет. Причем были у нее и довольно крупные поражения. Правда, относятся они к десятилетней, к играм десятилетней давности. Но, тем не менее, так, например, в 75-м году, в 76-м году в розыгрыше Кубка УЕФА «Глентаран» «Аяксу» проиграл 1-6 и 0-8. Правда, в последние годы таких крупных неудач нет у «Глентарана». Но, тем не менее, команда, как правило, после первого раунда выбывает из борьбы в европейских кубках. В Кубке чемпионов 6 раз североирландцы выступали. 3 победы, 5 ничьих, 8 поражений. В Кубке обладателей кубков, правда, только однажды. Причем довольно удачно. До 1/4 финала команда дошла. И чаще всего гости играли в Кубке УЕФА 10 раз. Здесь только 2 победы они держали в этих матчах. Так что такой хорошей репутации этот хорошей репутации клуб не имеет. Спартаковцы пытаются организовать атаку, именно пытаются. Подоспел назад Маккартни, забрал мяч и тут же сыграл неточно. Кузнецов неожиданно падает, как говорится, на ровном месте, но мяч удерживает все-таки спартаковцы. Шалимов с мячом, передача Кузнецову, не смог ворваться в Красную площадь. Уже мощная такая поддержка сейчас трибуны со стороны, который явно на стороне спартаковцев. Но я не знаю, если играет дальше так пойдет, если «Спартак» также вторую половину будет проводить, как первый тайм, то я думаю, что реакция у зрителей, которые пришли на центральный стадион «Динамо», будет уже иная. Досаев торопится, быстро бросает в центр Шалимов. И слева от него Родионов. О, простите, это был Иванов. Передача в направлении Родионова. Его опережает защитник Нейл. Самая опытная, пожалуй, и самая надежная линия у «Глентарана» – это средняя линия, в которой выступают вот Клири и Кески. Оба возрастные уже футболисты. Клири 30 лет, Кески 32 года. Он играет под 8-м номером. Ну так вот, судя по первому тайму, в общем-то, никто, по-моему, у
Глентарана не запомнился. Может быть, своей только активностью седьмой номер Тоттен. Сейчас Глентаран бьет штрафной. Передачу очень уж неточно играет. Черенков. Кужлев. Вновь Черенков с мячом. Кужлев. Нарушение. Да, арбитр, по-моему, останавливает игру. Нет, это за боковой Спартак бросает. Это Кужлев, наверное. Да, Кужлев все-таки не понял арбитра. Спартакцы получили право на штрафной удар. Это недалеко от углового флага. Федор Черенков приготовился бить. Много футболистов сейчас в штрафной площади соперника. Вот подача, вернее, почти полупрострел. Да, все закончилось. Шалимов. Хорошо входит в штрафную. Одного, второго обыграл соперника. Затем третий уже подстраховал очень умело. Причем это Терри Мур, пятый номер был. Кужлев. Ну, можно бить уже по воротам. Прострел вдоль ворот, и опять подставленная нога защитника. Мяч уходит за линию ворот. Вот таким, вы знаете, мощным штурмом спартакцы начали вторую половину игры. Прошло 4 минуты, и проходят они в непрерывных атаках Спартака. Ну, действительно, 1-2 мяча забить просто необходимо. Кужлев. Валяев. Кузнецов. Иванов, удар по воротам, гол! Счет становится 1-0 в пользу спартаковцев. Это вышедший на замену Иванов, метров 30, наверное, решился на удар и пробил точно. Правда, мяч в сетке ворот Глентарана побывал не без помощи вратаря, который ошибся. Вот посмотрите на этот момент на повторе, отлично видно. Как-то неловко очень вратарь ловил мяч и сам так расстроился, что упал и долго лежал на траве в вратарской площадке. Итак, спартакцы вышли вперед 1-0. Ну вот не случайно все-таки так активно Спартак добился успеха. Не случайно, потому что очень активно начал вторую половину встречи. Иванов. Круге. Черенков. Вот хорошая передача. Много футболистов там было перед мостовым. Суров. Черенков. Он поторопился. Не похоже это на Федора Черенкова. Все время мяч у спартаковцев. Но надо повнимательнее, правда, сыграть и в обороне, потому что соперник доказал в первом тайме, что в контратаках он искушен, он может наказать. Иванов очень активно, вы знаете, вошел в игру этот молодой полузащитник Спартака. Но это не потому, что он мяч забил, а просто вот в последние минуты постоянно приходится называть фамилию Иванова. Все время у него находится мяч, значит, он и хорошую позицию занимает. Партнеры видят его. Черенков. Удар по воротам. Бил Кужлев. Иванов. Подача. Выход мостового. Удар по воротам. Еще один удар. И не попадает в ворота мостовой. Удар от ворот. Вот такая острая ситуация возникла. Давайте посмотрим с вами повтор этого момента. Ну, может быть, да, отлично, вы знаете, сыграл вратарь Глентарана. Если бы не Паттерсон, мяч еще раз побывал бы в воротах. Казалось, мостовой все правильно делал, перекидывал мяч через вратаря. Но тот очень, если можно так сказать, высоко в ноги бросался.
и мяч попал в голкипера. Там кто-то из полевых игроков получил травму. Сейчас врач окажет ему помощь. Я думаю, игра будет продолжена. Да, это пятый номер прихрамывает Глентарана. Терри Мур. Кстати, он канадец. Вот играет уже не первый год за Глентаран. Свободным центральным защитником. Удар от ворот. Ровно 10 минут сыграли команды во втором тайме. 1-0 спартаковцы выигрывают. 33 тысячи присутствует сегодня на матче. Но мне вот, судя по тому, как заполнены трибуны, кажется, что и больше присутствует зрителей. Правым флангом атакуют гости. Неудачно Мэнли действует. С мячом уже Шалимов. Мостовой на левом фланге получает мяч. Небрежно. Бубнов. Иванов. Незаметен сегодня Родионов. Конечно, спартаковцы могут сильнее играть. Они это доказали хотя бы в предыдущем матче. Матче чемпионата страны с черноморцем. Вот выход один на один. Нет, вовремя покидает свое место Паттерсон. И уже в ногах у спартаковца забирает мяч. И опять обратите внимание, Иванов делал вот такую передачу, очень острую. Родионов, Кузнецов сместился на левый фланг. Иванов. Бубнов. Раза два, по-моему, вот за эти 12 минут второй половины встречи соперник перешел в среднюю линию поля. Чуть-чуть Кужлев не успел к мячу, не успел, но уже с опозданием. Думается, что, может быть, и передачу надо было сделать на какое-то мгновение позже. Тогда в лучшей позиции находился бы уже Кужлев, принимая мяч. Удар от ворот североирландской команды. Черенков. Неточно играет Иванов. Мяч получает Маккартни. Уходит от Бубнова. Удар от ворот. Так, с некоторым, мне показалось, колебанием боковой арбитр показал, что Достаев должен выполнять удар от ворот. Очень быстро спартаковцы переходят на половину поля Глентарана. Кузнецов. Черенков рвется к воротам. Прострел вдоль ворот. Чуть-чуть не точно там. Дивайн своевременно оказался на месте и отбивает мяч за боковую линию. Черенков. Шалимов. Поваляев. Ну, зачем же так торопиться? Все сделал правильно, опередил нападающего. Довольно сложный мяч укоротил. И затем тут же пробил по воротам. До ворот было метров 40. Состоится показательный матч женских команд. Два тайма по 10 минут. А по окончании матча будет проведен очередной розыгрыш вещевой игры. Мэнли. Долго мяч не задерживается у Глентарана. Иванов. Мостовой. Нарушение правил.
Да, намного активнее «Спартак» заиграл во второй половине встречи. Удар. Очень хороший удар нанес Родионов. Чувствуется, что тренеры команды хорошо в перерыве поработали с футболистами. И сейчас, кстати, сразу сказывается класс московского «Спартака». Чувствуется разница в мастерстве у «Глинтарана» и «Спартака». Повыше, конечно, «Спартаковцы». Но я думаю, что это преимущество свое не полностью «Спартак» использовал еще. Кузнецов. Вот такие обидные, вы знаете, потери мяча. Хорошо, что сейчас тут же «Спартакцы» вернули себе мяч. Они приводят к тому, что много очень суеты затем появляется. Ну и затрачиваются, в конце концов, усилия дополнительные для того, чтобы мяч отобрать. Но соперник, может быть, не очень и настойчив, и не часто очень прибегает к держанию мяча. То есть вообще не прибегает, по-моему. Вот Мостовой чуть-чуть далековато отпустил от себя мяч. Комбинация была прекрасной просто. Если бы обработал мяч помягче Мостовой, один на один выход был. Вот, посмотрите, жестковато принял мяч. Ну вот теперь можно сказать, что хороший вратарь у североирландской команды. На выходах прекрасно играет и своевременно. Вы знаете, выходит из ворот. Помните, был момент, он опередил все того же Мостового. И вот сейчас буквально в ногах у него забрал мяч. Разбирается в игре. Иванов. Угловой «Спартакцы» подают. Мостовой это будет делать. Подача, удар по вороту. Вот опасный момент, удар, гол. Шалимов забивает второй мяч в ворота «Глинтарана». 2-0, «Спартаковцы» выигрывают. Но опять не обошлось, вы знаете, без помощи Иванова. Это он откинул мяч Шалимову, и после этого, после удара последнего, мяч оказался в воротах. Ну, не знаю, трудно, конечно, судить, сознательно это Иванов сделал или нет, и не будем уж из него сейчас героя матча делать. Все-таки футболист еще молодой, у него все впереди. Но, тем не менее, вот так получилось, что первый мяч он сам забил, а второй с его подачи провел Шалимов. 2-0, «Спартаковцы» выигрывают. 17 минут всего лишь прошло с начала второго тайма. Кузлев. Вот надо, конечно, надо использовать скоростные качества Кузлева. Явно третий номер «Глинтарана». Кеннеди уступает в скорости нашему нападающему. Но, к сожалению, в первом тайме это было заметно. Не так часто партнеры используют Олега Кузлина. Поваляев. Черенков. Очень хорошо Иванов почувствовал, что сзади Суров. Черенков с мячом. Кузлев. Хорошо увидел Кузнецов свободного Иванова. Шалимов. Чуть-чуть, по-моему, посильнее надо было сделать передачу. Но мне сейчас показалось, что было все-таки нарушение правил. Кузнецов с мячом. Черенков. Удар по воротам. Ногами успевает Паттерсон отбить мяч. Мощная тоже была атака «Спартака». Бубнов должен выиграть единоборство. Правильную, прежде всего, позицию занял центральный защитник «Спартака». Шалимов. Быстрая комбинационная игра во втором тайме у «Спартака». Родионов. И еще один угловой у ворот «Глинтарана».
Трудно ничего не скажешь сейчас сопернику. Приходится беспрерывно спартаковцы атакуют, причем очень разнообразно действуют. И достаточно хорошо, по-моему, используют фланги во втором тайме. Во всяком случае, слева там активно подключился уже к игре Родиона, в котором в первом тайме просто, ну, можно сказать, отсутствовал на поле Кузлев. И Кузлев, мне кажется, вот последние минуты поактивнее начал действовать. И все партнеры его стали замечать. Черенков, Коваляев, нет, не доходит до того мяч. Ну, совсем другая игра у «Спартака» во втором тайме. Коваляев, Кузнецов, прострел вдоль ворот. Нарушение было, подталкивал Иванов соперника. Так что штрафной. Футболисты Клиентарана пробьют. Ровно 20 минут сыграли команды во втором тайме. 2-0. Спартак выигрывает. Мячи забили на 53-й минуте Иванов и на 64-й Шалимов. Два молодых футболиста Спартака. Молодец Черенков. Последний момент успел протолкнуть мяч, и он ушел на угловой. Атаковал Клири. В хорошей очень позиции находился полузащитник Клиентарана. Тоттен подает. Подача. Найл. Опять на месте Бубнов. Удар поворотом. Не очень удачно. Поворотом, но удачно то, что мяч оказался все-таки у своего футболиста. Тоттен. Это левый защитник. Кеннеди. Мостовой. Шалимов. И еще один угловой ворот гостей. Разыгрывает быстро Спартак. Черенков с мячом. Подача. И теперь уже по своим воротам бил кто-то из защитников. А центральный защитник Терри Мур. Но все могло хуже, намного хуже закончиться. Ну, не разобрались, по-моему, не поняли друг друга. Причем два центральных защитника, Диван и Мур. Диван-то в лучшей позиции находился. Кузлев. И еще один угловой. Разыгрывает Спартак с мячем. Это Поваляев. Удар поворотом. Очень хороший удар наносит сейчас Шалимов. Причем неожиданный. И сам в трудном положении по отношению к воротам находился. Все-таки сумел пробить поворотом. Вот посмотрите, почти спиной находился. Но на месте оказался вратарь. Да и мяч, кстати говоря, не очень сильно летел. Но все равно молодец Шалимов. Черенков. Наверное, едва ли не единственная у нас команда в стране, у которой налажена игра в одно касание. Но, может быть, сегодня не столь ярко она проявляется у спартаковцев, но в какие-то моменты можно все-таки обратить внимание, что Спартак старается, особенно когда тесно, недалеко от штрафной площади футболистами находится, использовать вот именно этот элемент футбола. Не почувствовал Черенков сейчас, что сзади него соперник находится. Передача на левый фланг. И мяч
Мяч уходит за боковую линию от ноги спартаковца. Гости — это капитан команды Клири. Нет, арбитр определил, что было нарушение правил. Двадцать минут остается до конца матча. Спартак выигрывает со счетом 2-0. Как все-таки не похожи два тайма. Первый и вот второй. Вялая, безинициативная игра со стороны Спартака в первом тайме. Во втором, я скажу, яркая очень игра. Игра осмысленная, вполне осмысленная. Как-то футболисты даже зажигательно действуют на поле. Так что вполне закономерно, что именно во втором тайме дважды спартаковцы отправили мяч в сетку ворот Глентарана. Ну а пока штрафной. Клири бьет. Подача. Мяч от ноги Родионова. Нет, не ушел. Нет, ушел. За боковую линию. По-моему, Спартак паузу небольшую взял. Вот эти последние минуты не так яростно атакует ворота Глентарана. Бубнов. Клири. Успел все-таки Черенков к мячу. Вот видите, чуть-чуть настойчивости проявил сейчас Кужлев. И соперник уже ошибся, отправил мяч за боковую линию. Валяев. Спартак ведет мяч в игру. Иванов. Ну что, неужели Спартак посчитал, что 2-0 достаточный результат для того, чтобы чувствовать себя спокойно в гостях 5 октября? Не думаю. Ну, вы обратили, очевидно, внимание на то, что менее активно последние минуты спартакцы начали действовать. Первая замена в матче под 15 номером у гостей выходит Бауэрс, а заменил он 8 номера Кэски. Я сказал, что первая замена, нет, вторая, спартакцы провели замену. Первая — это
составе гостей. Мостовой. Черенков. Кузнецов. И опять угловой. Мостовой, по-моему, получил травму. Лежит там недалеко от центрального круга. Интересная деталь. Давно очень играет Черенков в «Спартаке». Играл за сборную олимпийскую, за сборную Советского Союза, национальную. Вот не помню случая, чтобы Черенков после столкновения, после того, как его грубо даже атаковали, вот так вот оказывался на земле, ну, он, то есть он часто на газоне оказывался, но чтобы лежал, и ему врачи оказывали помощь, не помню просто такого случая, хотя себя отчетливо представляю, что бывает и больно Федору Черенкову, но тем не менее терпит он, и тут же встает и продолжает игру. Вот и сейчас подошел к мостовому, ну, может, действительно травму получил, но трудно сказать. Вот видите, прихрамывает, покидает поле мостовой с помощью Иванова, там же врач команды, массажист. Пока в десятером спартаковцы остаются. И удар от ворот пока команды Глентаран. Нарушение правил. Гости бьют штрафной. 14 минут остается до финального свистка. 2-0. Спартак выигрывает. Все решили первые минуты. Вернее, первые 17 минут второй половины встречи. В это время Спартак забил два мяча. Мяч у Досаева. Но опять много все-таки небрежностей у спартаковцев. В простой ситуации теряют мяч. Нарушение, явное нарушение правил. Блокировка была со стороны Кузнецова, так что гости будут бить свободный удар. По-прежнему «Спартак» в десятером. Ну, оказали, по-моему, помощь уже мостовому. Сейчас должен появиться полузащитник «Спартака» на поле. Досаев. Да, чуть прихрамывая, вышел на поле. Но я смотрю, уже под 14 номером у спартаковцев на боковой бровке поля появился Валерий Шмаров. Может быть, он заменит мостового, если тот в полную силу не сможет продолжать игру. Черенков. Калимов, Кужлев. Смотрю, у Спартака и Шалимов захромал. Напоминаю вам о порядке игры по окончании матча. Первыми выходят зрители среднего яруса, затем верхнего, а за ними зрители нижнего яруса. Поваляев. Не спешите. Создавайте случаи на лестничных наших и проходах. Помните, что среди вас находятся дети, женщины и люди пожилого возраста. Чуть посильнее бы направил мяч.
в направлении Кужлева Федор Черенков. Задумал все прекрасно. Хорошо все-таки видит поле Федор Черенков. И партнеры его понимают. Сильно бьет на половину поля соперника Паттерсон. Грубо против мостового играют. Вместо Шалимова у «Спартака» выходит на поле Валерий Шмаров. Ну вот неизвестно, сможет ли продолжить игру мостовой. Очень жестко сейчас против него сыграли. Но ничего, поднялся. Немного, еще 10 минут осталось играть командам. 2-0, «Спартак» выигрывает. Поваляю бьет штрафной удар. Да, думается, что все закончилось в этом матче. «Спартак» удовлетворен вот этим результатом. Но трудно сказать, хватит ли его для окончательной победы, для того, чтобы во второй круг Кубка чемпионов выйти. И трудно себе представить, в каком ключе будет действовать команда «Глентарана» у себя дома 5 октября в ответном матче. Собственно, атакующие возможности так и не определили мы с вами, судя по этому матчу, поскольку, ну, мало просто было возможностей у «Глентарана», чтобы атаковать. Единственное, что о чем можно с уверенностью сказать, в общем, команда довольно среднего класса. И «Спартак», конечно, должен по итогам двух матчей Кубка чемпионов справиться с ней и выйти в следующий круг. Ну, вы знаете, футбол непредсказуем, всякое может быть, всякое может случиться. Может быть и какое-то фатальное просто невезение «Спартак» в ответном матче, что вряд ли вообще возможно, учитывая класс соперника. Ну, такого фатального невезения, как, предположим, в матче Кубка УЕФА с Кёльном, просто не может повториться. Гости вводят мяч из-за боковой. Ну, простите, я сказал, что с Кёльном «спартаковцы» тогда проиграли 2-6 с Вердером. Из Бремена. Черенков. Хорошая передача. Нет, вы знаете, это Шмаров был. Можно продолжать игру. Ну вот, теперь уже было нарушение правил. Нет, гости себя не показали ни в коей степени жесткой командой. Вы знаете, даже я скажу, на футбол, который и есть в Великобритании, да, вообще в Великобритании, в Шотландии, в Англии, в Ирландии, не похоже, что эта команда жесткая. Там все-таки такой футбол атлетический и с прекрасным умением играть головой. Но вот сегодня ни того, ни другого футболисты не показали. Вторая замена в составе гостей. Вышел на поле сейчас под 12-м номером Джеймсон, а заменил он 10-го номера Рона Мэнли. Черенков ведет мяч из боковой. Поваляев. Шмаров. Хорошая передача в штрафную. Кузнецов. Черенков. Пас назад. Удар по воротам. Очень уж много там футболистов. Буквально в воротах уже североирландской команды. Так что мяч не нашел путь в ворота. А теперь уже Поваляев отчаялся на удар. Удар метров 30. Очень неточно. Причем не первый раз уже был. Но смотрим, что же там произошло. И очень хорошую Черенков сделал передачу. Удар по воротам. Мяч кого-то там из футболистов «Глентарана» попадает. Но обратите внимание, как тесно во вратарской уже площадке было гостей. Тоттен бросает вперед футболиста, который только что вышел на замену. Такое рвение проявил сейчас Джеймсон. Получила команда право на штрафной удар. Это недалеко от углового флага. 6 минут остается до конца встречи. «Спартак» по-прежнему выигрывает 2-0. Причем, так откровенно с вами признаемся, вот
Минут 20 команда в этом матче всего лишь поиграла. Причем во втором тайме 20 минут. И за эти 20 минут все и решилось. Такой мощный штурм был ворот Глентарана. И причем получалась игра у спартаковцев. Чувствовал, что на поле футболисты, которые жаждут просто победы. Вот. Удар по воротам. Нет. Во-первых, мяч прошел мимо ворота. Во-вторых, арбитр просит повторить еще раз. Штрафной удар пробить снова. Да, непонятно, что хотел сделать Родионов. То ли он подавал, то ли бил поворотом. Конечно, вот в этой ситуации, когда половина команды у «Спартака» не имеет опыта выступления на таком уровне, думаю, что вот футболисты, опытные уже, в частности, тот же Родионов, должны как-то своей игрой, прежде всего, молодежь поддерживать. Вот в отношении Родионова в сегодняшнем матче этого не скажешь. Люблю, уважаю этого футболиста, всегда предельно собран, всегда честен, по-моему, в борьбе. Вот. Но сегодня отнюдь не лучший его матч. Ну что ж, всякое бывает. Ну, по-разному складываются игры. Да, в конце концов, вы знаете, с разным настроением приходит просто на игру футболисты. Поэтому корить особенно уж не будем мы Родионова. Ну, просто хочется, чтобы с его опытом он побольше вклад в победу команды внес. Именно вот сегодня. Чтобы команда имела хороший задел перед ответным матчем 5 октября. Нарушение правил со стороны Бубнова, так что гости будут бить штрафной удар. Повнимательнее надо в эти последние минуты сыграть спартаковцам. Не случайно, что все они сейчас отошли к своей штрафной площади. Ну, а гости то ли отчаялись уже изменить ход встречи, изменить хотя бы счет, так как-то не очень активно поддерживают сейчас. Вот, однако, удар по воротам Досаева, ну, все обошлось. Не сильно пробили по воротам. Черенков. Не поняли друг друга Шмаров и Черенков. В момент уже передачи Шмаров рванулся вперед. Ну, естественно, что мяч уже нашел пустое место. Вернее, футболиста Глентарана. Кужлев сместился сейчас на левый фланг, уступил свое место. Шмаров тот поближе сейчас вот к правому флангу действует. Суров. Кузнецов. Родионов. Кстати, Родионов в среднюю линию отошел. Шмаров и Кужлев сейчас играют впереди у «Спартака». Гости атакуют. Маккартни на левом фланге. Поваляев. Достанет мяч Шмаров. Достает, прострел вдоль ворот, но защитник оказался на месте. Спартаковцы подают угловой. Ну, в общем, исход матча вопросов. Да, исход матча ясен, по-моему, всем. Единственное, трудно сказать, с каким счетом закончится эта встреча. Все-таки еще 2 минуты есть в распоряжении футболистов. И что-нибудь может еще произойти. То, что победа останется за «Спартаком», сомнений, конечно, нет. Ну и будем теперь ждать ответного матча с Глентараном. Черенков.
Мяч остается у Федора Черенкова. Он в штрафной площади. Удар поворотом. И вновь выручает команду вратарь Паттерсон. Вот видите, все-таки могло что-то произойти за эти оставшиеся какие-то уже полторы минуты. И все ведь верно делал Черенков. Перекидывал мяч через вратаря. Но очень хорошо играет Паттерсон. Удар поворотом не получается. Ну, опасный момент. Удар поворотом. Это уже бил, по-моему, Кузлев. И очень неточно. Мяч уходит мимо ворот. Да. Кузлев атаковал. Могли Спартак встретить третий мяч. Забить, чтобы уж совсем себя спокойно чувствовать в ответной встрече. Все-таки мы впечатление полное, по-моему, получили от Глентарана. О Глентаране. И не думаю, что эта команда может стать препятствием на пути Спартака на выход в следующий круг Кубка Европейских чемпионов. Должен Спартак первый барьер преодолеть. И еще один угловой. Время есть еще. Такое впечатление, что опомнились спартаковцы вот последние 10 минут и решили показать в концовке матча такой же яркий футбол, как в начале второго тайма. Вот подача. Иванов. Головой хорошо играет, особенно два центральных защитника. Дивайн и Мур. Маккартни. Но он один. В окружении шести спартаковцев. Все-таки нашел ход. Ну, может быть, не очень верный. Да, Кузнецов отобрал мяч у соперника. Тоже прихрамывает мостовой. Кузнецов чуть прихрамывает. Что-то много травмированных в составе Спартака. Иванов. Итак, звучит финальный свисток арбитра. Матч закончился. Спартак в первой встрече Кубка чемпионов с Глентараном из Северной Ирландии выиграли со счетом 2-0 и ответный матч 5 октября. На этом мы заканчиваем нашу передачу, организованную главный редактор.